Чем запомнился 2018 год горожанам? Какие события, происходившие как в личной жизни, так и в стране, их радовали и огорчали? Наша съемочная группа вышла на улицы Чебоксар. Мне запомнится, что внучка родится. Дочка беременна. Родится внучка, новая жизнь. Вообще-то не очень хорошим. Ну и пенсионный возраст людям повысили. И не вижу, чтобы производство особо развивалось. Да, ничего хорошего не могу сказать. Чемпионатом по футболу. Да, это было грандиозное событие. Причем я была в Москве. Я все это видела. Видела иностранцев. Просто неотразимые были впечатления. Чаще всего у меня оценки запоминались. А это что, по телевизору покажут? А по этому каналу, который у вас на микрофоне написан? Конечно. Это нехорошо. Пенсионный возраст что подняли, это нехорошо. У меня остался все вот на пенсию уходить. И вот подняли сейчас. Ну, нормальный год был. Год был очень хороший, трудный, но хороший. В смысле, много нового появилось в жизни, много... Ну, были, конечно, неприятности, но больше хорошего. Мы в этом году с девочками, с подругами моей выступали на школьном концерте. Я еще... Мы же в музыкальной школе, сдавала экзамены недавно. Более стабильной стала жизнь вообще. Как-то больше уверенности. Хоть придешь в магазин, хоть придешь в организацию куда-то, я бы сказала, стало порядку больше.